Всем здорово. Ну что, фильм второй. Рано утром сейчас у нас, да? 3 часа. Поспал я ровно полчаса. Сейчас швартуемся через 20 минут. Я вспомнил про фонарь, блин. Что мне надо? Поменять батарейки. Вот, сейчас поменяю их. И приготовлю ведро со всеми этими берительными своими лентами. Будем швартоваться. Второй будет прыгать за борт. На причал принимать концы, вот. Ну и сразу же буквально там будем открывать крышки, двигать Балхекину в последнюю позицию. Уже с прошлым порту мы только успели передвинуть в позицию в третью, сейчас нам надо уже в паркинг поставить, короче, вот. А потом уже в 6:30 начнем погрузку, то есть за 2,5 часа мы должны успеть все сделать. Такие вот дела. Книжечки, самое главное, с корабликом. Здесь я буду осадки на initial и на final. Конечно, у всех сейчас телефоны есть, но лучше всегда записать на бумажку, по крайней мере. Она точно никуда не исчезнет, разве только если дождь, вот эта проблема. Тогда лучше дублировать куда-нибудь еще, можно, да, в телефон. А так, в первую очередь, эта бумага остается на первом месте. Свежо! Зима! Там причал высокий, поэтому, может быть, даже и не придется ему по трапу ползти, да, так спрыгнет. Сейчас ближе подойдем, будет видно. Че, выспались? Я поспал ровно полчаса, да. Че так? Ничего. 12, я в автобус встал. Сейчас 3 часа, да? История умалчивает, да? $2,500. Сегодня ветер. По дистанции 80 метров сейчас. Работает 60 метров до угла. Nobody come to take the lights, а? Only by ourselves. Вот тут до причала метров 15. Спасательная лодка в причале находится. В Норвегии, кстати, везде так. А, ну да, сейчас он еще параллельно сделает. Давай, Женя! Надо было здесь, ладно. Не торопись. Отлично. Подаем спринт. И сколько там метров до позиции? Нам надо ехать вперед. Прилично еще. Метров 30. Ставим Балхекину обратно в позицию. И будем ехать. И начинаем грузить доломит. Давай свети на эту. Да, свети на левую.
Все, сейчас иду снимать с носа осадки. Погодка не очень сегодня, там пары ветрено. Драфт-сервей получится не совсем точный. Ну, может, к обеду подуспокоится ветер, волнишка будет меньше. Не будет так сильно отжимать. Так, что у нас там? Придется спускаться на берег, чтобы что-то рассмотреть, потому что у нас осадки рассматриваются плохо. Сейчас, допустим, сверху уже ничего не увидишь, только с берега. Так, ну что, все, осадки сняли, данные от деда взяли, по топливу, пресной воде, по маслу, по всему. Здесь пишут дата, порт прибытия, калькулируем и уже вносим наш финишный драфт-сервей. Соленость у нас здесь 1.022. Константа получилась 33.4 приблизительно. Как-то так. Ну вот сейчас мы видим, купер задвигает он. Сейчас начнут, сервер что-то вышел, причал. Каргоплан я ему передал, сказал, чтобы максимально быстро грузили. В общем, у них скорость 1100 тонн в час. Достаточно быстро. Когда мы здесь грузились обычно полностью, да, ну, полный груз, 5650, я говорил, что 800, не больше, чем 800 грузили, потому что иначе все равно приходится останавливаться, не успеваем балласт откатывать. А балласт откатывается хорошо, когда дифферент на корму, да, достаточный. Чем больше дифферент на корму, тем откатывается быстрее, воды минимум остается. Ну все, ребят, вот так вот начинается погрузка у нас. Пыльно сегодня, не повезло, ветер как раз на нас. Получается, ветер северный. Как в той песне, да? Следующий урок уже будет именно с процессом выхода на осадку. Так что не пропускаем. Подписываемся на канал Штурмана. Ну, на этом все. Всем пока.